В своих показаниях вы указали, что не чувствуете себя убийцей. Как трогательно. Но закон не опирается на чувства, вы ведь это понимаете? Он опирается на доказательства, которых у меня в избытке. Эмери, снимки, пожалуйста. Посмотрите на эту фотографию. Видите эту дырку на затылке? Откуда был сделан выстрел, как вы думаете? Из вот этого здания, вот здесь. Видите? Как раз на прямой линии. А кто у нас здесь? Мне принести зеркало, или вы сами, наконец, признаетесь в убийстве? Агент Скотт на первой линии. Итак, где же это досье? Вы не поверите в это, полковник. Военное досье Стива Роланда пропало из Пентагона. Я не уверен, что ваш человек был убит на задании в Мексике 2 года назад. Да уж, его вдова удивится. Но прежде чем мы объявим о вашем воскрешении, капитан Гром... Что, черт возьми, происходит здесь? Эй! Не шевелись, я освобожу тебя от этих наручников. Рада видеть тебя опять, Стив. Послушай, Мангуст нашел тебя. Встретимся на крыше, только умоляю тебя, не стреляй в агентов ФБР, хорошо? Это девочка из банка. Это нелепо, постой! Они только что взорвали дверь или... А? Что? Они понимают, с кем они имеют дело? Ой, они штурмуют здание! Что они хотят? Я не знаю, но у них есть РПГ. Подозреваемого.
Это он! Нашли его! Алло! Идем, наш парень. Быстрее. 110. Стреляй. Сюда. Ну вот мы опять встретились. Но ты, похоже, меня не узнаешь. Поверить не могу. Ты действительно потерял память. Кто вы? Я майор Джонс, первый помощник генерала Каррингтона. Тебе это ничего не говорит? Каррингтон пропал 3 дня назад. Он вел параллельное расследование покушения на президента Шеридана. Он единственный, кто может вытащить тебя из этого дерьма. Мы не можем оставаться здесь. Пошли через стену. Сюда! Я пойду первой.
сюда. Они слишком далеко. Используй оптический прицел. Отличная работа. Спускайся с другой стороны. Я прикрою тебя. Алам! Новости. После попытки ограбления банка Уинслоу сегодня днем, ФБР арестовало человека, который предположительно связан с убийством президента Шеридана. Следствие пока воздерживается от комментариев. Все внимание сейчас обращено на сенатора Уолтера Шеридана, брата последнего президента, соперника нынешнего президента, республиканца Джозефа Галбрайна на следующих президентских выборах. Мы будем сообщать подробности по мере поступления. Фортис, РТ. Следующая идет песня. Разбегись. Ковбои сейчас уже не те, что были раньше. Осторожно, снайпер! Нет времени наслаждаться видом. Пошли. Вот, получайте. Черт, я знала, что не должна была отпускать тебя на этот корабль одного. Джонс, ты слышишь меня? У меня есть информация. Понятно. Что там у тебя? Каррингтон был арестован генералом Стэнвиллом.
Его содержат в Изумруде, в военной базе в Апалачских горах. Я пока не знаю, зачем Стэнгову нужно, чтобы Каррингтон был подальше от Пинта. Я говорю тебе, они там! Дай мне РПГ! Сюда, вертолет! Он нам нужен! Могу добраться до посадочной площадки. Часто ты захватываешь боевые вертолеты? Да, ты, похоже, действительно потерял память.